Республиканские соревнования по авиамодельному спорту проводятся в Заинске 5-й год подряд. И каждый раз судьи оценивают продолжительность полета метательных моделей и планеров международного класса. Самым младшим участникам соревнований всего 7 лет, но требования ко всем одинаковые. Свои модели ребята собирают сами, и здесь у каждого свои секреты конструирования, чтобы планер не просто полетел, но и продержался в воздухе как можно дольше. За каждую секунду полета начисляются баллы. Общее количество баллов определяет победителя. В состав заинской команды вошли школьники от 7 до 16 лет. Раиль Яхин, Радаль Хаджаев, Адель Камалов, Марсель Петров, Артем и Аврора Сметанины. Ребята очень постарались и завоевали победу в общекомандном зачете, набрав более 1000 баллов. Отличились самые юные участники соревнований. Их планеры летали чуть более 17 секунд. В личном зачете Раиль Яхин занял первое место, а Радаль Хаджаев – второе. В средней группе второе место в личном зачете занял Марсель Петров. На этих соревнованиях из года в год основными соперниками заинцев являются альметьевские спортсмены. Обе команды отличаются высоким уровнем подготовки, но удача остается на стороне заинцев. Айгуль Ярульна, Денис Ипатов. Новости Заинска.